Мишенька, садись в свой детский стульчик, сейчас будем кушать. Ой, здорово, я такой голодный. Мама, дай мне, пожалуйста, на завтрак шоколадные шарики. Вот эти? Из новой пачки? Да, мне не терпится их попробовать. Мишенька, а я тебе испекла блинчики. Но я не хочу блинчики, я хочу шоколадные шарики. Мишенька, просто знаешь что? У нас молочко закончилось. Закончилось? Ой, а йогурт у нас есть? Да, йогурт вроде есть. Тогда я сегодня буду кушать шоколадные шарики с йогуртом. Ну ладно, Миша, вот, держи свою тарелочку. Сейчас насыпем сюда шариков. И польем их вкусным клубничным йогуртом. Какая же это, наверное, вкуснятина. Давай, Мишенька, я тебя покормлю. Ой, только нагрудничек надо надеть, чтобы ты не перепачкал свою пижамку. Вот, хорошо, так-то будет лучше. Ну что же, давай кушать, потом расскажешь, вкусные эти новые шарики или нет. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Очень вкусные. Правда? Дай-ка я попробую. И правда, Миша, очень вкусные. Ничем не отличаются от тех, что мы обычно покупаем. Хотя на этой упаковке было написано, что в этих шариках очень мало сахара. Ну-ка, пробуй еще. Шоколадные, мои любимые. Давай-ка скушаем еще. Вот так, еще. И еще. Какой у тебя сегодня хороший аппетит. Ты уже все съел, посмотри-ка. Твоя тарелочка пуста. Ой, а я и не успел заметить. А у меня для тебя сегодня маленький сюрприз. Смотри, коробочка Sweetbox. Давай ее откроем. Да, давай, давай. Мамочка, там что, щенок? Да, какой-то из этих. Интересно, какой именно нам попадется? Не знаю, открывай коробочку, посмотрим вместе. Ну давай. Так, обожаю открывать сюрпризы. Ой, что же здесь еще? В этом пакетике щенок, а здесь конфеты. Я уже вижу, кто тебе попался. Маленький щенок со штангой. Давай-ка его достанем из этого пакетика. Смотри. Какой красивый. А как его зовут? Какая у него кличка? Сейчас мы это узнаем. Его имя должно быть написано на вкладыше. Итак, где же наш щенок? А, вот он. Его зовут Али. Здорово, в моей коллекции игрушек появился новый питомец, Али. Да, Миша, обязательно покажи его Алисе. Я думаю, этот щенок тоже ей понравится. А теперь давай пробовать конфетки. Ну-ка, достанем их из упаковки. Попробуй-ка вот эту, клубничную. А теперь вот эту, апельсиновую. Ну что, Миша, вкусные были конфетки? Ну так, ничего особенного. Шоколадные шарики были намного вкуснее. Ах, ты мой любитель шоколадных шариков. Ладно, давай сюда игрушку. Я положу ее к твоим остальным зверькам. Нам пора собираться. Пойдем гулять. Ура, гулять! А мы возьмем с собой велосипед? Конечно, возьмем. Здорово! Вот такое сегодня было наше утро. Понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики. Ну что, Мишенька, давай, вылазь. Пойдем на улицу. Ура, гулять!